Добрый день, дорогие дончане. Сегодня праздник у 54 семей. Дождались, наконец, своих квартир. Вообще, конечно, программа по переселению, которая была начата по инициативе президента России Владимира Путина, она в Тульской области развивается очень активно. Всего до 1 сентября 2017 года мы должны переселить почти 850 семей только в Донском. Вот до конца года в Донском мы еще 137 семей передадим ключи. Ну а сегодня радостный праздничный день у 54 семей, которые сегодня получат ключи от своих квартир, которые уже могут переезжать и, что называется, уже смотреть школы новые для своих детишек, если переезжают из других микрорайонов. Ну и, что называется, обживать свои квартиры. Строители постарались. Хочу сказать, что жилье, которое строят, стараются строители строить качественно и хорошо для того, чтобы, конечно, нареканий у вас не было. Ну и что еще хочу сказать, очень важный фактор. Помните, да, что в каждом сантиметре, в каждом квадратном метре вашей квартиры есть толика участия каждого тулика, да не только тулика, но и каждого жителя нашей большой родины, потому что программа, которая реализуется, эта программа финансируется из двух источников. 50% денег дает федеральный бюджет и 50% денег дает региональный бюджет. Поэтому каждый туляк, каждый россиянин своим рублем скинулся и поддержал те семьи, которые нуждаются в переселении из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры. Программа у нас большая. Всего почти 17 тысяч человек, которые будут переселены в Тульской области. 320 тысяч метров мы должны построить до 1 сентября 2017 года. 95 тысяч в этом году мы должны сдать. Уверен, что мы эту программу выполним. Все, что необходимо, построим, сдадим. Ну и, конечно, низкий поклон нашим строителям, потому что те программы, которые не реализуют, они делают по государственному контракту, и цена небольшая. 30 тысяч рублей, 3500, если быть более точным, это стоимость квадратного метра здесь, и здесь необходимо уже благоустроить, и благоустройство наружнее нужно сделать, и полностью сделать муниципальную отделку. Так что тоже поблагодарим их. Но если есть замечания, они у нас молодцы, не устраняются, они готовы эти замечания устранять. Поэтому не судите строго. Все, что есть, все, что могли, постарались, сделали в срок, и, мне кажется, с неплохим качеством сможем посмотреть. Поэтому еще раз поздравляю вас. Добрый путь. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Квартира номер 48. Ключи получает фурман Ольга Анатольевна, квартира номер 49. Хочу все-таки еще раз поблагодарить туликов, которые своими налогами помогают нам строить эти дома. Хочу поблагодарить президента России, который действительно, он для Тульской области, мы самый большой объем по переселению из аварийного жилья в Центральном федеральном округе. 320 тысяч. На втором месте у нас Московская область, это 230 тысяч, то есть разрыв огромный, конечно. И то, что нам федерация помогает строить жилье для переселения людей из бараков, это, конечно, большая заслуга президента. Спасибо, что вы нам предоставили это шикарное жилье, где мы будем жить, как бы опировать. Большое вам спасибо. Надо уже потихонечку переезжать. Когда обои клеили, они с вами все согласовывали, все смотрели, все аккуратненько сделали, да? Так все должно быть тепло.